paid for all it's worth. The boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola... Берлинская газета! Покупайте берлинскую газету! Новые падения марки! Полторы тысячи марок за один доллар! At home my pianola is playing for all it's worth. Берлинская газета! Покупайте берлинскую газету! Новые падения марки! Но неслыханно. Это гипер, суперинфляция. Вы, конечно, поняли, господа, где мы сейчас находимся. Да, правильно. Это Берлин 1920. Сейчас вечер. После дождя пахнет бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары льется свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах в кружевном белье глуповато улыбаются за витринными стеклами, навевая жуткие мечты золотушным мальчикам, бледным от голода. Длинной тенью с пылающим глазом проносится автомобиль, вереница автомобилей. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырываются оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми. Это страна, куда не забредают немцы. Хотя нет, иногда встречаются. Вот у выхода из театрика сидит на бульваре человек. Бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке крест. Подняв лицо, он говорит что-то глухим, диким голосом и протягивает к проходящим алюминиевые руки. Скорее пройти мимо. Живые новости! Новое падение марки! 2000 марок на 1 доллар! Мерзкие Черт! Новости. Кто-то станет еще богаче, а кто-то... Да, надежды обманули. Мир оказался изменчивым, непрочным. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого. Вместе с сюртуками, бакенбардами и брелоками наплодились новые злые поколения, не верящие ни во что. Алло, молодой человек? А, может быть, вы меня ищете? Отстань. Боже мой. Я и не заметил, как вышел на Фридрихштрассе. В этот час здесь густыми толпами идут проститутки. Их столько, что исчезает даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки старой романтики все еще привлекают некоторых сизобритых господ в котелках с тросточками и озабоченных семейственных немцев, запирающих конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками. Они стоят на перекрестках у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами. Мужчина, куда вы так спешите? Не хотите развлечься? Совсем недорого. Не хочу. Скорее отсюда, с этой мерзкой Фридрихштрассе, на вот эту тихую улочку. А вот и семейный пансион вдовы коммерции советника фрау Штуль. Добрый вечер, фрау Штуль. Guten Abend. Здесь, в маленьких комнатках с окнами во двор, живут мои соотечественники, русские. Черт бы побрал всех этих немцев. Привет. Позвольте представить, полковник Убейко. Бывший полковник. Только ответственность перед членами семьи удерживает меня от последнего шага. Смерти не боюсь. Был в 16 боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал. Ну ладно, пора на обед. Господи, смотри ты под ноги. Эка сволочь, хозяйка экономит на электричестве. Мура, сбегай за папиросами. Не хочу. Это писатель Картошин и его жена Мура. Слава Картошина началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапание стало его специальностью. В Берлине о нем даже напечатали статью, где сравнивали с Эдгаром По. Картошин переживает свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. А я не романтик. Литература приносит скудные доходы.
Хотя за неимением другого и это неплохое занятие. По ночам, когда Мура спит, он наедается пирамидону так, что сердце трепещет, как мышь в кулаке, и пишет. Да. Рассказы из времен революции и гражданской войны. Мура сама носит продавать его рассказы и, торгуясь, как цыган, берет авансы. Мура худая, с нервной спиной, помятая женщина. Она исступленно ревнует Картошина ко всем проституткам. Жена. Драная кошка, а не жена. Волосы висят, чулки сваливаются. Не женщина, а понедельник. Как бы дома быть в России, хоть прислуги бы пошла. А здесь некуда. Никому не нужна. Все чужие, каменные. Мечись по комнатенке. Весь твой мир. Кровать, печка, диван, стол. За окном ночь. Дождь. Немцы. Ушли. О, добрый вечер, Анна Осиповна. Здравствуйте. Добрый вечер, мадемуазель. Здравствуйте. Это солидная дама в пенсне, Анна Осиповна Зайцева. Ее дочь Соня красавица, роскошные плечи, роскошные бедра. Да. Соня, все-таки к обеду нужно было бы надеть декольте. Для кого, маман? Ну для кого? На что они живут? Одному Богу известно. Все на принца надеются. Да, и мне пора к обеду. К скучному немецкому варю фрау Штулле, к ее мучнистому супчику, крему брюле, бутылочкам желудочной воды и патентованным пилюлям. Все уже за столом. Дамы и господа, позвольте представить вам нашего нового пансионера Адольфа Адольфовича Задора. Да, прошу, как это говорится по-русски, любить и жаловать. Мне также очень приятно, господа. Фрау Штулле, пожалуйста, пиво, а после обеда ликер Кюрасао Канторовец. Для всех, я угощаю. Боже, какой он большой. Лысый, как бильярдный шар. Господин Картошин, вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком. Это вогнало Картошина в густую краску. Потупившись, он принялся наливать себе пиво, и у него покраснела даже рука. Соня, Соня, обрати внимание, у него все зубы из чистого золота. И какие перстни. Ой, маман, он же старый. Мадемуазель, я недавно был в Париже и могу сообщить вам последние новости. О! Темные цвета, черные юбки. Ну, долой. Да-да. Носят только короткое и полосатое. Черное с красным. У Сони Зайцевой само по себе стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она начала поминутно поправлять бретельки. После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркой от столовой. Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задор держал узенькую рюмочку ликеру и стряхивал пепел с сигары прямо себе на мохнатый костюм. Анна Осиповна Зайцева и Соня слушали его широко раскрытыми глазами. Я родился в лучшей семье в городе Кюстрин. Мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Такой младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг. Однажды я говорю: папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником. Папа был умный человек, он видит, я как дикий конь. Мог бы грызу у дела, он сказал: ну что же, Адольф, поезжай в Мюнхен. В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал. Прямо со слезами на глазах вспоминаю то время.
кутежи, балы. Все. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо. Но все. Ты что? Не будем об этом. Ой. Родители посылали мне каждый месяц 200 марок. Да, 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 да. Вот это были прежние золотые марки. Это золотые марки. Но ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. О, Боже. Да мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа, зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги? Как зачем? Ну зачем они, когда во мне кричит артист? А, понятно, понятно. Артист? Да. Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей. Что? Я как белка в колесе. Тяжело. Очень. Тяжело. Очень. Но я не теряю надежды. Я все брошу. Расшвыряю деньги. На что мне одному столько денег? Соня оглянулась на мать Анна Осиповна, нервно поправила пенсне. Картошин, ты видел? Бесстыжие. Я закушу у дела. Я опять возьмусь за кисти и полю. Да. Только еще не знаю, где поселиться. Здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен, а? Как? Конечно, здесь. Ой, мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете, теперь лучше? Ах, оставьте. Кавардак. Сегодня доллар 3000 марок. А завтра полторы, а послезавтра всего 5 марок. Может быть, я совсем покину Европу. Я вообще уеду на Тихий океан. Извините, мадам, я заболтался. Мне надо ехать, у меня сегодня еще дела. Дела! Мура. Ну что тебе? Слушай, а этот с деньгами, с золотыми зубами-то, хорошо бы подбить его на издательство. Ты бы с ним поговорила как-нибудь, а? Взяла бы аванс. Знаешь, я хочу начать писать что-нибудь крупное. Психологический роман. По-моему, его подбить можно. Мурка? Ничего тебе. Сбегай за папиросами. Не хочу. Почему? Скучно. А ты не гляди в окошко. Мура, Мур. Он сказал, у него 2 вагона бумаги куплены здесь. Надо было объяснить черту, гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы яркое антисоветское издательство. Купили бы типографию. При ней журнал, а потом, глядишь, через год переносим дело в Москву. Ой, размечтался, Господи. Так он тебе отвалит издательство. Держи карман. Скучная ты и злая женщина. Лучше я сам за папиросами схожу. А ты сиди тут. А, как же, за папиросами. Знаю тебя. Разве ж табак? Манули, Мурати, Бачари. Одни названия, на самом деле, все... Одинаковая труха из липовых листьев. Липа немецкая. 10 штук манули бит. Угу. Бит-то. И вон ту сигару. Нет, почерней. Для работы от нее всю ночь не заснешь. Трубочку бы хорошую приобрести. И только бы аванс получить. Покажите мне вот ту пенковую трубочку. Бит-то. Да, хорошо. Трубочку выбираете. Это навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет? О, Господи, наваждение какое-то. От этого задера лучи исходят. Да нет, это от золотых зубов. Идемте. Я хочу угостить вас хорошим вином. Уж если я поведу, будьте спокойны. Напою и накормлю. Шофер, к Траубе. Садитесь. Нигде нет лучше шницеля по-гамбургски, чем здесь. И мозельского. Я знаю, я кутил во всех городах Европы. Я сразу понял, Адольф Адольевич, когда увидел вас за обедом. Вот думаю, человек, который умеет жить. Живем. Хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Слышали? Ну, оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу... продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать. Чего она ждет? О чем думает ее мамаша? Так, чокнемся. О. Я не художник. Я родился в Новороссийске. В семье известного хлеботорговца. Вы, наверное, слыхали. Знаменитый Чуркин. Угу.
Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Да, он говорил постоянно вот так. Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет. Бери все, только учись. Широкая русская натура. Но я презирал деньги. Я был и я умру идеалистом. Чокнемся. А? В гимназии я первый ученик, я танцор, я ухажер. Вы могли бы вообще написать роман из моего детства, вообще не забываю. У меня был лучший друг, князь Амабелек. Не Лазарев, а другой. Его отец осетинский магнат. Половина Кавказа, это все его, Эльбрус тоже его. Это дворец Рококо в диких горах, я там гостил каждое лето. Бывало? Ой, скачу вихрем на коне. Так черкеска, гозырь, кинжал, такая удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках вообще носил, так, Адольф, 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 ты должен служить в конвое его величества. Вообще чокнемся. Поди спорь со стариком-то. Так и зачислили меня в конвой. А там Петербург, салоны, прием, все. Николай II постоянно говорил среди так, придворных. У меня в Петербурге две кутилки. Грицко, Вагенштейн и Адольф. Наконец я опомнился. Все, после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки. Там, да. Зачем я куплю лучшие силы? Все, двор мне опротивил. Это дегенераты. Чуркин ни слова упрека, но постоянно пишет. Адольф, займись полезным делом. Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательство, журналы, газеты. Маркс, Терещенко, там Гакебур со своей биржевкой. Наконец, между прочим, Суворин. Я организую, я даю деньги, я всюду, но я инкогнито. Бывало, Куприн кричит мне в телефонную трубку, Адольф, выручай, не выпускают из кабака. Все, пошлешь ему 25 рублей. Все. Великий князь Константин Константин. Но все, об этом я буду писать в своих мемуарах. Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк. И сейчас я приехал в Берлин так осмотреться. Я хочу навести порядок среди здешних издательств. Что вы на это скажете? Что? Чокнемся, чокнемся. Дорогой Адольф Адольфович. Наша с вами встреча, да. Это не случайно. Нет, у меня есть план небольшого, но красивого издательства, да, с ярко антисоветским направлением. Ну и все, и бросьте эту милость, да, мы будем издавать учебники. И не вытягивайте физиономии, все, я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, хоть дьявола, но чтобы это было нарядно. И денег не пожалею. Я бы мог начать писать роман, захватывающий тему. Вот и чокнул. А я вижу, вы хотите аванс. Хотите аванс, и вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Давайте чокнемся. О. Пишите. Вы продаете мне роман? Условия поставьте цифру сами. Я погляжу после того, как подпишу. Обер, еще вина. Да можете этим Мазельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо, сколько вам нужно на ближайшие 2 дня? Все, возьмите $200. Да проглотите вашу расписку. Ну, идем. Все. Я хочу спать. Я хочу вам рассказать, как я представляю себе наше издательство. Его организация. Адольф Адольфович. Спит. Чудо, чудо человек. И шляпа на нос. Чудо. Утром весь пансион фрау Штулле знал, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще швыряет деньги. Все с нетерпением и надеждой ждали пробуждения делового человека. А
Адольф Задор проснулся от треска будильника без четверти 9. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штиблеты. Сопя, пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды. Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Он подошел к двери. Эмилия! Мои газеты! Он взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Надо действовать, действовать. Сильно ладонью потирая череп, он подошел к зеркалу, с трудом пристегнул подтяжки. Черт бы все побрал. Ругаясь, он надел воротничок и галстук синий с золотыми диагоналями. К 10 ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу к автомобилю. На биржу. Шофер повез его на биржу и ждал там 2 часа. В контору. Шофер ждал у банкирской конторы. За Александерплац, ты знаешь. Шофер повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания от 1-го до 5-го этажа, занятого типографиями и складами бумаги. Мы им покажем. Теперь к Моабиту и помедленней. Стой! Задор выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок, и Адольф Задор рассматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни. Надел 2 кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая. Жди меня у парикмахерского салона, а я пока пешком пройдусь. Адольф Задор щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он бросил мелочь слепому с изорванным ртом солдату, который шел, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне. На углу к Задору подошел молодой человек, одетый как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом. «Я согласен, если вам нужно». «Завтра на этом же углу». Затем он вошел в универсальный магазин, выбрал 2 шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь, вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал: «Я готов, если вы настаиваете». «Завтра здесь же». Зайдя в салон парикмахерскую, Задор уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышни-блондинки с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Адольф Задор вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Беседа с вами, фройлен, содержательнее, чем вечерняя газета. Домой. В пансионе Адольф Задор появился в час, когда ударил гонг к обеду. Фрау Штулле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольцом покойного коммерцовесоветника. А ее племянница, фройляйн Хильда... Вы обратили внимание, какой на ней желтенький джемперочек? Да, да. Невинный прелестный цыпленочек. А это ваша Сонечка? Платье, можно сказать, и нет. Одно декольте... Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону. Ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату. А маменька-то, видать, что-то задумала. Тише, тише, она подошла к Задору. Милый Адольф Адольфович, не соблаговолите ли вы выпить послеобеденный кофе у нас с Соней? Мы будем... Очень рады. Почту за честь, мадам. Почту за честь. Картошин, сказав Муре сквозь зубы: «Иди к себе». Взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда видна была дверь Зайцевых.
Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника Убейка. Выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебристый хохот Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и голову в руки, а голос за дверью говорил, вытачивая, как песок у Картошина, всю душу. Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейка. Адольф Адольфович, помещение для редакции найдено, нет? Ну так что же вы все утро дремлете? Да. Обленина, обегайте весь город. Две комнаты под контору, третья под склад. Завтра я хочу уже иметь редакцию. Я понял, Адольф Адольфович. Беру на себя смелость спросить. Могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно. Полковник Убейко? Да. Хорошо. 6 часов, кафе «Кёниген». Я вышел на улицу и почти сразу же увидел, как наверху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищуривался на чудовищные с иголочки автомобили. Целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Потом я встретил его около русского книжного магазина. Покачиваясь на носках, он презрительно смотрел на витрину, чем-то похожей на Адольфа Задера. Мы вам покажем. «Кёниген» — небольшое модное кафе. Все в зеркалах рококо и шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще 10 пар танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сидел подальше от музыки на золоченом стульчике, вытянув ноги, засунув пальцы в жилетные карманчики, закусив сигару, и щурился на 2 купидонах на потолке. Ровно 6 в кафе вошел Убейко. Садитесь, я вас слушаю. Положение крайне тяжелое. Мой принцип – никогда не оказывать единовременной помощи. Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В 30 километрах от Берлина у меня семья. Супруга и 4 дочки. Младший 6 месяцев. Старшая слабосильна, в чехотке. 2 следующие хороши собой. В настоящих условиях только счастливые случайности могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук. Как-то картофелем, овощами. Духовной пищи никакой. Девчонки малограмотные. Все мои сверстники, однополчане в генеральских чинах. Так? В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему удовольствию. На мою судьбу выпал. Строй. В гражданской войне только слыхал о тыловой жизни. Видеть, повеселиться не пришлось. Бои, походы, эвакуации. Сапоги снимать на ночь. Научился только за границей. Обманут. Кругом. Ну, продолжайте. В Константинополе варил халву, состоял букмекером при Таракане в бегах. В Болгарии варил халву, в Берлине варил тянучки. В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью. Преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре. В забубенной головушке. Вчера смотрю, в зале сидит генерал Белов. В училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь. Любим, никогда мы не забудем. Обидно. Ваши политические убеждения? В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать и сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба. Работать не отказывайтесь. При условии ночного отдыха в 3 часа с половиной и часа на еду, остальное в вашем распоряжении. Знаете, вы меня растрогали. Давайте поговорим за бутылкой доброго вина. Вот. Вы знаете, добро делать приятно. Несомненно, Адольф Адольфович. Приятное чувство. Да.
Когда я могу помочь человеку, у меня просто вот слезы навертываются на глазах. Между прочим, они кончали уже третью бутылку вина. На что мне деньги? Как сказал поэт. Ну хорошо, и заработал я в 10 раз больше Моргана. Оттяну я мою смерть на четверть минуты. Скажите, полковник. Никак нет, не оттянете. Вот-вот, то-то, вот. 4 раза я был богат. Я все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди сволочи. Сволочи. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они сволочи? Полковник, скажите, виноваты? Никак нет, Не виноваты они. Вы умный человек. Вот вы меня понимаете, дорогой. Сколько раз бывало. Вот придет дамочка. Вот она плачет и плачет. Она... И все, все, все врет. Все врет. Ну хорошо. Все. Я ее выгоню. И все. А что из этого вообще? Выгнал и все. Лучше я ей дам денег. И все. И мне приятно, и ей приятно, и все. Правильно. Нет, ну надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Вот взгляните на меня внимательно только. Да. Ничего не замечаете? Не догадываетесь? Все, тогда все, не будем об этом. Все, все. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, плюньте на этого человека. Я с 12 лет на своих ногах. Мне так скучно в России стало. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, что с вами, что такое, с чего я начал? Я не стыжусь. Я мазал я себе лицо, мазал патентованной ваксой. И на улице я мылся щеткой и мылом. Вот такая толпа собиралась. Я очень неплохо торговал. И вот так вот. И тут был, конечно, маленький обман. Хотя вакса как вакса. Такой ничего себе. Но у меня по лицу пошли такие прыщи. Ой, я подумал, я тогда журналистом сделался. Я такие гробовые статьи писал. Вот я паршивая сволочь, вот это газеты. Ой, я узнал людей. Я тянул эту лямку так 2 года. Я плюнул и поехал в Техас. Нет, я бы мог стать вообще не дурным ковбоем такой, но у меня расшибла меня лошадь. Я вообще выбила вот все зубы. Это остатки варварства. Потому что человеку ездить на животных. Мы не кентавры. Все, в это время начинается русско-японская война, и один человек мне предлагает заняться поставками. Значит, мы начали с грошей, а через год... У меня уже лежало в банке $1.5 миллиона. $1.5 миллиона? Вот. Во второй раз я занялся поставками во время болгарка. Это турецкая война. Я скупал кукурузу. И продолжись эта война еще полгода, я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Так точно, да, подожди. Затем война на Балканах. Я опять поправил дело. Вам может вообще странным все показаться, что в 2014 году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами анкольный счет. Так точно, Адольф Федорович. Я изображал характерных стариков. Находили, что талант. Но началась война, и все. Я взял поставку прессованного сена. В 2016 году я организовал в Москве бюро всероссийской антерпризы с капиталом 2 миллиона рублей золота. Я давал авансы направо, налево. Вот бывало, Шаляпин звонит. Адольф? Не, он как Адольф. Что ты там? Я собирался купить все газеты в европейской, азиатской, это России. Это власть. Да. Я бы сумел провалить любую антерпризу. Да. Я законтрактовал 120 театров в провинции. Мои труппы, концертанты эти, лектора, все, все. Они должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Ну, всем известно, чем это кончилось. Так точно, Адольф Федорович. Значит, после Октябрьского переворота меня искали. С броневиками и пулеметами там меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале. Все. Я жил на чердаке. Я спал в царской ложе в Мариинском театре. Вот. Я не растерялся. Мои агенты не дремали. Я за 2 недели совершил купчие крепости... Значит, сейчас, на 24 дома в Москве и на 39 домов в Петербурге. Я купил такой пакет банка Вавельберга. После этого я перешел в финляндскую границу, где я хохотал. Удивительная, да. Европейская война испортила мне печенку. Я заскучал. Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги, бумага, все, товары, дрянь. А люди, особенно женщины, это мышеедина, как говорится. Проститутки. Не мышеедина.
Бакина, в Берлине бывало, идет немец, вот такой, 7 футов ростом, румяные штаны белые, того и гляди, тебя на дуэль вызовет, такой гордый, гордый. К такому человеку попасть в дом, это 100 пудов земли вырыешь лапами. Ваше здоровье. Да, раньше, чем придешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф, мелкий такой, лицо нездоровое, в глазах сок, слеза, и он сам очень норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий. Вот пускай вокруг них кормятся люди. Вот издательское дело, типографское дело. Я хочу купить газету, побороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать? Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович. Готов работать. А у меня есть идея. Вам известно, что средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту? 1, 2, там, $5. Ну, вот настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Да. Я хочу пойти навстречу мелкому обывателю, вот рабочему, бедному чиновнику. Понимаю. Зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую сумму? Понял. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов, понятно? Понятно. Я открою ряд маленьких судных контор, мы не будем вешать вывески. Зачем нам это официально? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в ловчонки. Вы познакомитесь с кварталом. Вы будете ходить на рынок, там, говорить, внушать. Понятно. К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли? Я понял. Понял. Но если недоразумение с полицией... Да вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями. Вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население как липку? Понял. Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Вот помяните мои слова. Шейдеман гонит немцев в гроб. Ну, идем? Сволочь. Я должен ехать. Надо выручить одну аристократку из тяжелого положения. Прошло 2 недели, и пансион фрау Штулле нельзя было узнать. Оживление и бодрый тон витали над столом. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов, пили в изобилии пиво и ликер Кюрасао Канторовец. Золотые зубы Адольфа Задера как прожектором освещали повеселевшие лица. Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Задера. Дела в Мобите шли неплохо. Он уже начал ежевечерне приносить выручку, вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но работа его была облечена тайной. Картошин постукивал о пивной бокал с золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. А Соня Зайцева... Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами, безумная девственница, и вся была пропитана грозовым беспокойством этих духов. Часто приходили с улицы бойкие, шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились, между слов, грандиозные планы этого человека. Фрау Штулле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота. Адольф Задер слегка располнел за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло, но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял на автомобиле из одного конца города в другой, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Стоило посмотреть, как шел теперь по Берлинской улице Картошин. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу круглые роговые очки. Немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням. А, Картошин, привет. Ну как? То есть что, как? Говорят, вы стали гордой. Скоро журнал? Выходит, через 2 недели. Пальто новое шили. Ишь, и хорошую палочку завел. Что, настоящая слоновая кость? Кажется. Так значит, через 2 недели. Напишем. А как издательство? В печати 2 сборника моих рассказов. Собираем материал для альманаха. Талантливого мало. Ну, вот повезло человека. Ну ладно, пока. Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел далее, постукивая тросточкой. Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру. На завтра предстояли платежи.
Картошин, здравствуйте, я к вам заходил. Я принимаю в редакции от 3 до 5. А, я загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную, сочно, густо. В центре любовь. Понимаете, Петербург, вывески с буквами, ядь, треуголки лицеистов, гранит, она любит мужа, революция, чрезвычайки, расстрелы, муж пропадает без вести, она бежит с другим, сходится, Берлин, радость от белого хлеба, вспоминаете, кружка холодного пива, вдруг муж появляется, психологический клубок, 2 листа, мне уже предлагали в нескольких местах по $8 за лист. Ну хорошо, принесите. Я прочту. Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк. Картошина словно уколола в сердце, но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, ощерив зубы. Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Адольф Задер обернулся, но не увидел Картошина. Я за деньгами, Адольф Адольфович. Завтра платить. Мы же с вами условились. К черту, идите к черту. Картошин обиделся. Хам. Хам. Знаете, он прождал Задера весь день. Сначала в редакции, потом дома. Но Задер и к обеду не появился. Картошин лег на кровати и спросила, что с ним. Он сказал, что у него пусто, звенит в голове. Я сидела, смотрела на своего мужа, потом начала плакать. Не своди меня с ума своей бабьей истерикой. Перестань швырять книжки, перестань. Нет, это ты перестань. Я не могу ни о чем думать, когда ты стонешь у меня над ухом, истеричка. А ты... Картошин, к вам можно? В чем дело? Адольф Адольф! В чем дело? Все чепуха, ничего не случилось. Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу, уверяют, что надо покупать марки, идиоты. Испугались доллара. В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннинга. Ну что вы нас и повесили? Едем кутить. Я хочу жрать. Берем с собой всю компанию. У всех камень свалился с души. Адольф Задер был цел, весел и полон бурных планов. В ресторане просидели до закрытия, пили водку и французское вино. Господа, вы чувствуете? Кончить этот вечер просто так нельзя. Я знаю одно местечко. Только неделю тому назад открылось. Останьтесь довольны. А девочки будут? Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и русские. Мы едем. Все. И чтоб цыгане как у Яра. Может быть чудеснее, когда любовь храня. Сюда приходят с песнями подруги и друзья. И в этой песне слышится нам отзвук жизни всей. И как-то легче дышится. Входите, господа, входите! Вот, Адольф Иванович, цыганка. От ее песен сам Лев Толстой плакал. Дюжину шампанского, давайте пить и петь, чем мы не цыгане, эй! Кавказ ты наш родимый. Приехал наш родимый Адольф Адольфович дорогой. Милый, 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 пей до дна. А за это у меня у Яра был собственный кабинет. Отделывали лучшие художники. Вот бывало генерал-губернатор, командующий войсками. Вся знать у меня. Вот вы мне верите. Так точно, Адольф Адольфович. Верим. У меня в кабинете всегда было 2 хора цыган. Всем подарки, золотые портсигары, там брошки с каратами. Кому деньги и все. Эх, матушка Москва! Оставь меня! Все, оставь! Адольф Иванович, вы на ногах не стоите, позвольте, я вас поддержу. Дина, оставь меня! Мне надо выйти!
Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам, пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задр вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами, но все же вошел в коридорчик и вдруг явственно услышал: «Продавай доллары, продавай!» Адольф Задр прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонялись. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу и ужасно была опускающаяся на глаза пыль. Когда Адольф Задр вернулся в залу, томный и мутный, около стола танцевала голая женщина. Делала разные движения руками и ногами. У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени синие. Она поднимала и опускала руки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем. Надо уберите от меня эту с кишками! Не хочу, не надо! Уберите! На следующее утро никто из участников кутежа к обеду не вышел. Утром приходило много народа, спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка, но он даже не поинтересовался. Кто звонил, о чем спрашивали, это его не интересовало. На него нашло странное оцепенение. Не хватало решимости заглянуть в биржевой бюллетень. Очнись, Адольф Задер, очнись. Опасность. Но разве я знаю, что нужно? Что нужно? Покупать или продавать? Я потерял след. Ой, это началось, это началось. Это не помню. Не знаю. Подожди, стоп. Это началось вчера, вчера в коридорчике. Подожди, мне кто-то сказал. Нет, раньше. Это вчера утром. Это когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина. Такая смешная шляпка пирожком, худая, старая такая. Да-да-да-да-да-да-да-да, я подумал. Вот это одна из клиенток Убейка, все. У нее тряслись, голова тряслась. Вот, вот и все, все, нет, не то, не она. Адольф Адольфович, можно к вам? Я хотел вам напомнить, что сегодня у нас платежи по издательству. И с альманахом надо срочно решать, завтра, и с журналом. Завтра, все, завтра, завтра, какой сегодня день? Какой? Четверг, завтра пятница. Как? Завтра пятница, завтра пятница. Вы с ума сошли. А что поделаешь, Адольф Адольфович? Пятница день действительно тяжелый, зато другие шесть легкие. Надо что-то делать, что... Извините, Картошин, все завтра, завтра. Сейчас у меня дело. Он вышел. В прихожей дверь в комнату Зайцев была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задр вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик. Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? Мне нужен друг. У вас только друзей? О, это все мои друзья. Это пошатнись я, они разбегутся, как паршивые собаки. Я не жалуюсь, я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг. Ну, я не знаю, как мама... Соня... Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением. Не считайте меня за нахала. Адольф Адольфович, вы... Анна Осиповна, я пришел просить у вас руки вашей дочери. О, Боже. О, Анна Осиповна, из-под пенсне потекли жидкие слезы. Она кивнула. Соня подошла к Задору и холодными губами поцеловала его в череп. Этот телефонный звонок раздался на следующий день, в полдень, в издательстве.
Картошин слушает. Где Задар? У вас? Нет. А что случилось? А вы ничего не знаете? На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это черная пятница. А какая пятница? Не понимаю. Сегодня пятница, 13-го. Бегу его искать. Приезжайте на биржу. Я знал. Что, что? Я чувствовал. Что? Господи, ты забыл трость, очки! На бирже, наверху широкой лестницы, кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам, проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один тучный в визитке сел на ступенях и закрыл лицо, другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой застывшей улыбкой. А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались, стаскивали стоящих за ноги. Подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого, смотающийся головой. Наконец, из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задар. Голова его была опущена, в руках обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов. Скажите-ка, шофер, это хорошая машина? Машина новая. Хорошая, сами знаете. Новая? Хорошая? Хорошая машина? Так берите ее себе! Я вам ее дарю! Поняли, дурень? Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать, Адольф Задар вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и я еще раз только увидел его в окне трамвая. Он, гримасничая, нахлобучил шляпу. Больше на бирже делать было нечего. В пансионе фрау Штулле пахло валерьяновыми каплями. В комнате Зайцевых было тихо. У телефона шепотом совещались и курили. Курили Картошин и Убейка. Заплаканная Мура была тут же. Милый, я с тобой. Не бойся ничего. Отстань. Ну, где же он? В 17:00 позвонили в парадный. Вошел Адольф Задар, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейка рванулись к нему. Адольф Адольфович! Наконец-то! Сейчас я ложусь спать, это самое лучшее. Кажется, дело скверно. Он крупно играл. Но на анкольном счету были не его деньги. Не его, а чьи? Чьи? Понятно. В Прагу надо уезжать. Меня зовут, говорят, там возрождается литература. Ай, какая литература. Никто не звонил. Что? Шли часы. Картошин и Убейка продолжали ждать. Глаза их горели от сухости и табачного дыма. В прихожую вышла Соня. Звонили? Мне никто не звонил, нет? Что там у него происходит? Ботинки сбросил. Лег на кровать. А с кем он разговаривает? Низ. Алло, полиция! Полиция! Алло, приезжайте по адресу! Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задар в ночном белье лежал ничком на кровати мертвый. На ночном столике под электрическим ночником сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти. Все 32 зуба. Все, что от него осталось.
прозвучал радиоспектакль по рассказу Алексея Толстого «Черная пятница». В нем были заняты артисты Геннадий Богачев, Вячеслав Захаров, Ольга Волкова, Сергей Дрейден, Сергей Бехтерев и Римма Шибаева. Запись из фондов радио.